Итак, друзья, переходим просто на этот сайт ilovepdf.com. Ссылка будет в описании. Вот кликаем на этот выбрать файл. Например, вот два отдельных файла PDF. Открываем. И вот они у нас загрузились. Объединить вот слева, справа, то есть в углу. Кликаем сюда. Файлы объединились. И скачиваем просто. Скачать объединенный файл. Вот она скачивается. И автоматически даже она еще и в браузере откроется. Давайте дождемся, как она скачается. Чтобы я вам показал, что она у нас соединено. Ну все, как видим, два файла объединены. На этом все, друзья. Подписываемся на канал и до новых встреч.